Галактическая библиотека Хасбубан. Галоотчет об экспедиции в систему Кулдакс. Меня зовут Фараглёк. Мой предшественник, Троликс, обнаружил эту планету, покрытую древними конструкциями, без каких-либо признаков жизни. Высадка на поверхность доложила об удивительных открытиях. На планете много крупных, но покинутых городов. Каждый из них удивительно упорядочен и гармоничен, что указывает на крайне сплоченную цивилизацию. Мы выстраиваем догадки, что все это построила раса маленьких грибовидных с низким уровнем технического прогресса. Но куда они исчезли? На этом первоначальные успехи иссякли. Споры среди археологов, а также несогласие с действиями Троликса замедлило работы, которые теперь еле идут. Главный археолог Троликс исчез без следа. Работа на планете окончательно остановилась, и меня, Фараглекса, отправили ему на замену. Прибыв на планету, мы сразу же обнаружили гнездо крупных хищников, которых едва избежали. Причина пропажи Троликса стала очевидна. Дальнейшее изучение породило больше вопросов, чем ответов. Этим простым и крепким конструкциям тысячи лет, но все они были построены в одно и то же время. Любые дополнения и обновления также были всепланетными и выполнялись через хаотичные промежутки времени. Недавнее открытие пролило свет на то, куда исчезли обитатели планеты. Очевидно, у этой грибовидной расы есть массовый цикл смерти и возрождения. Они рождаются, растут как части коллективного разума и за сотни лет жизни распространяются по планете. Когда приближается время следующего цикла, они посредством бесполого размножения производят стручок, зарываемый в землю. Родитель умирает, а его тело, разлагаясь, удобряет землю вокруг стручка, а цикл повторяется. Безрадостна была загадка их исчезновения. В какой-то момент вся раса стала подвергать сомнению свой бессмысленный и вечный цикл существования. Зерно нигилизма проросло во всех жителях, и кульминацией стал акт неповиновения своему инстинкту выживания. Однажды посеянное ядро сомнения охватило весь коллективный разум, пока они не приняли решение сжечь весь свой урожай стручков. Печально и поучительно оказалась судьба этой планеты.